От трудотерапии до роста экономики региона. Ленинградская область и Федеральная служба исполнения наказаний будут развивать сотрудничество. Соглашение о взаимодействии подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев на площадке 11-го Петербургского международного юридического форума. Мы видим, что тот вариант сотрудничества, который предложил СИН России, он направлен, с одной стороны, на гуманитарную, социальную, экономическую поддержку, реабилитацию самих заключенных, с другой стороны, это возможность и развитие экономики региона. Потому что создание специальных центров, а рядом со специальными центрами возможность получения рабочих мест для исполнения наказания по принудительным работам, это схема, в которую можно вовлечь и крупный бизнес, и небольшие предприятия, даже индивидуальные предприятия, только нужно соблюсти все условия. И в целом, хочу сказать, что трудотерапия, конечно, это возможность дать человеку, выходя из мест заключения, получить и специальность, и желание, и возможность работать. Цель соглашения – реализация федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы, укрепление правопорядка в местах лишения свободы, улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, создание рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам, а также содействие в обеспечении трудовой занятости осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, с целью развития производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Глава региона выразил благодарность руководству управления ФСИН России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области и его личному составу за профессионализм, ответственное, оперативное и добросовестное исполнение служебных обязанностей.